Здравствуйте! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у меня приготовление крема для пропитки, ну не для пропитки, а для промазывания коржей для торта. Вот, получается вот такой вот, посмотрите, сметанковый крем. Всего из двух ингредиентов. Это сметана и сгущенное молоко. Ну и прежде чем его приготовить, конечно же, сметану нужно сначала будет подготовить. Там беру емкость, марлю и сюда выкладываю сметану. Сметана у меня 15%. Ну, я так думаю, что чем жирнее, тем лучше. Ну и, конечно же, это лучше делать на ночь, чтобы за ночь она успела стечь, ну, лишняя жидкость. Так, я беру две баночки по 350 грамм и вот так выкладываю в марлю. И потом марлечку завяжу и просто подвешу. Ну, марлю, конечно, несколько слоев, потому что сейчас такая марля идет, в общем-то, ну, как бы сказать, слабоватая. Все вот так вот просто подвешиваю. И пусть лишняя жидкость вот так вот, ну, стекает, подвешу сейчас. Вот такая сметанка у нас теперь под прессом была. То есть она у меня сначала висела, стекала с нее, а потом я поняла, что под пресс надо поставить. Под пресс поставила. Ну и добавляем сюда сгущенное молоко. В общем, получается, что на 800 грамм сметаны, исходной сметаны 800 грамм, надо добавить 300 грамм сгущенного молока. У меня здесь 700 грамм сметаны было, а сгущенки баночки 360, поэтому я не всю баночку буду выкладывать, немножечко оставлю. Так, я думаю, достаточно. И взбивать будем блендером до однородности. Ну, вот такой вот крем получается. Как бы сказать, не очень густой, но довольно-таки вкусный сметанковый крем. Ну и дальше печем коржи, пропитываем, промазываем. И получаем вкусненький тортик. Ну и по вкусу, что он из себя представляет. С легкой кислиночкой такой. Не чисто выраженная прям вот сметана, но кислинка присутствует, потому что все-таки крем готовится на сметане. По сладости, в меру сладкий, то есть не приторный, а такой вот, кто любит такой, знаете, сладкий, но вот слегка как бы, да. Нет, не думайте, что он там чуть-чуть слегка. Нет, он сладкий, нормальный, но не приторный, такой очень-очень вкусный. Поэтому готовьте. Я думаю, что вам понравится такой крем. Очень удобно коржи промазывать и сверху там обмазать и сделать обсыпку чем-нибудь там, крошкой или еще чем-нибудь. Поэтому очень-очень вкусно. Я рекомендую. Готовьте. И я надеюсь, что вам очень-очень понравится. Все. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Все. Всем пока.